О равных возможностях для граждан стран Евразийского экономического союза говорил Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета в расширенном составе. Оно проходит в Ереване. Ну, кроме того, речь идет о кредитовании. Сегодня подписывается соглашение о порядке обмена сведениями, входящих в состав кредитных историй. Граждане «пятерки» получат равные возможности при обращении за займами на территории всего Союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решение о выдаче кредитов. Ну, теперь понятно, почему на Первом канале Российской Федерации развернулась информационная атака против Казахстана. Уже в открытую показывают эти кыргызские фуры, говорят о том, что товара конфисковано на миллиарды рублей, но упорно утверждают, что контрабанда идет из Казахстана. Теперь становится все очень вполне понятно, потому что вышла вторая новость на Первом канале о том, что господин Мишустрик этот заявил в Ереване, о том, что страны пятерки Евразийского таможенного союза теперь выдают кредиты направо-налево, кому угодно, своим гражданам, не своим гражданам. Ну, понятно, да, что экономика России, ввиду того, что ее Голодомор когда-то в 30-х затронул меньше, чем Казахстан, допустим, имеет сейчас население гораздо больше, чем в Казахстане, и экономически кредитными своими организациями, банками легко задавит любого из своего соседа. В столь неравном союзе в демографическом плане такое соглашение, конечно же, это удар по соседям со стороны России. Это понятно, что для киргизов и таджиков, допустим, это смертный приговор, но они согласны, они спокойно идут на эту бойню. Почему смертный приговор? Потому что сотни тысяч, если не миллионы киргизов и таджиков работают в Москве, в Питере, в Пензе, в Воронеже. Понятно, что жизненные трудности не обходят этих граждан стороной. Понятно, что многие из них перевозят туда, в том числе и жены, и детей. И понятно, да, что кредиты вот этим киргизам, таджикам там, в Москве, в Питере взять намного проще, намного теперь легче. Понятно, что они по наивности своей радуются. Понятно, что они эти кредиты теперь будут брать много этих кредитов. Но самое главное, что непонятно, да, основному слушателю, то, что теперь все вот эти переводы за границу никуда уходить из России не будут. Теперь вот эти вот гастарбайтеры становятся истинными рабами в России. Теперь они будут свои деньги выплачивать банкам России в качестве процентов. Все как положено. В общем, все как заведено у ростовщиков в виде этого Мишустрина. И Казахстан это тоже затронет. Да. То же самое повторится, что и с этими российскими автолюбителями. Может, конечно, не в тех масштабах, но будет примерно то же самое. Вот как завозят вот эти вот ведра вазовские с российскими автономерами и не ставят в наглую их на автоучет. Вот точно так же несознательные граждане будут набирать кредиты, а потом мы будем видеть, как вооруженные, вполне возможно, какие-нибудь судоисполнители Российской Федерации будут бегать по казахским дворам, вышибать деньги из казахов. И жаловаться будет уже некому. Да, господин Токаев не сможет сказать, что он урегулирует все проблемы с российским банком Москвы или там каким-нибудь сельхознародбанком какой-нибудь из какой-нибудь Пензы. Нет, он, конечно же, ничего это сделать не сможет. Токаев будет говорить казахам: платите, что делать, платите. Вот скоро такую вот картину увидим. И причем вот этих вот российских судоисполнителей, конечно же, стрелять во своих дворах ни в коем случае нельзя будет. А то не дай бог, конечно, не дай бог. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. Обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram аккаунты, ссылки смотрите в описании к видео. Обязательно помогайте мне финансово в системе Patreon, ссылки и описание тоже к каждому моему видео внизу присутствуют. И до новых скорых встреч!